Поздно вечером 9 июля в Иваново из Симферополя прибыли 128 граждан Украины. Самолет МЧС России с беженцами на борту совершил посадку в аэропорту Южный. Среди иностранцев, вынужденных покинуть родину, 44 ребенка. В зале ожидания аэропорта для беженцев был приготовлен горячий кофе и чай. Люди смогли немного отдохнуть после перелета, а затем под контролем оперативных служб были направлены в пункты временного размещения Ивановской области. 11 человек, это семьи с маленькими детьми, размещены в городе в пункте временного размещения города Иваново. Остальные 117 в городе Комсомольск. Во всех пунктах временного размещения вынужденные переселенцы обеспечены всем необходимым: водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, медицинскими услугами. Психологи главного управления при необходимости оказывают людям психологическую помощь.